То всем привет. Всем привет. Сегодня встречаемся опять на той же квартире в доме Танго в микрорайоне Минск-Мир. В спальне. То есть здесь спальня. Две тумбочки, одна, вторая. Туалетный столик, такой компактный, тут еще потом будет зеркало висеть. И шкаф для принадлежности. Есть такой встроенный как бы комодик. Уже такой стиль минимализм, но с ручками. Потому что клиент любит с ручками. Но на самом деле это удобно. Пусть не супер красиво. Не супер красиво. Вот шуфляда у нас. Но удобно. Здесь овальная труба. Овальная труба эффектно смотрится и не так сильно царапается, как эти круглые 25-ки. Петли блюм. Шкаф собран без применения уголков. На вот таких рафиксах. Это скрытый крепеж. В то же время эти полки, они жесткие, и в то же время их можно снять, в то же время нету уголков, то есть более элегантно это все смотрится. Здесь еще такой небольшой отсек. Ну и здесь еще у нас антресоль. Здесь отсек для одежды. Полки некоторые несъемные. На таких вот пимпочках можно, если что, перевесить полку. Ну и здесь внутренние еще шуфляды небольшие такие. На направляющих телескопических. Эти телескопы чем хороши, тем что, да, по ширине мы немного проигрываем, но по... такие ручки, но по высоте мы экономим, в отличие от тандемов. Вот такие шуфляды здоровые можно, конечно, и на телескопы ставить, можно и на тандемы ставить, но телескопы за счет того, что вот сам механизм вот здесь сбоку располагается, по бокам, здесь, он как бы экономит нам вот высоту полезную. Ну, здесь, естественно, дно толстое, чтобы не провисало. Здесь подвесные тумбочки. Вот они висят. Полностью висят. Хорошо, крепко. Ну, тоже такие телескопические направляющие. Одна, вторая. Между ними здесь кровать будет. Телескопические шуфляды, и вот здесь вот такая полочка там для каких-то мелочевок. Ну и здесь в будущем уже будет зеркало, ну там накрасится, туалетный столик вообще. Вот шкаф сделан за подлицом, практически вот вровень со стеной. Вот, как-то так. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Приходите к нам на салон. До свидания.